Куриалистический. Вас приветствует господин Попический. Как я? Ебашу? Короче, парни, новый ранкет, собственно, он вышел. У меня опять сбился режим. Сейчас вот 6 утра, 13 минут. Я проснулся где-то в 12 ночи. Я так думаю, мне надо будет лечь поспать в обед, чтобы я смог постримить сегодня. Хотя бы там, не знаю, часа 3. Пока что попробую записать водяной. Я уже сыграл 2 игры. Вот, собственно. Довольно легкие 2 игры были. Я их, в принципе, на изичах выиграл. Я даже удивлен. Потому что у меня 10 репортов. Я в суперскрытом пуле, по идее. У меня даже аватарка стоит, как будто, ну, как будто я умираю. Если кому интересно, зачекайте в стиме. Больший размер. Короче, сыграл 2 игры. Я так понимаю, на 10 игр, да, как обычно. Сейчас третья игра. Я в Медузу ферспикаю. Я хочу играть Медузой. Я знаю прекрасно, многие зрители уже не любят Медузу. Это, ну, один из самых, конечно, наверное, унылых героев для просмотра особенно. Я помню, когда я играл на Драгонайте, меня тоже хейтили, что я, типа, пикаю Драгонайта. Хотя, на самом деле, почти любого героя хейтили. ВР-ку тоже хейтили. Кого не хейтили? Не хейтили, наверное, только... Только ВК, Морфа и Сларка. По-моему, только 3 этих героев. Хотя Морфа тоже хейтили многие. Кстати, Морфа подняли. Ну, в принципе, им тоже можно играть, но, блин, не знаю. Не знаю, короче. По-моему, Медуза надежнее, чутка, anyway. Ну, хз, ну, если, короче, Медуза майнит, я попробую Морфом поиграть, наверное. Хотя я уже пробовал, но там, короче, заруинили. Ну, я же говорю, я в скрытом пуле. То есть я когда проигрываю... Я играл игру на Морфе. Все лайны заняли, то есть я не мог никуда пойти, я пошел дабл хард. И, короче, челик на харде, который был со мной, он меня стопил, чтобы меня убили, типа, ну поняли? Не давал убежать от противников. И он меня так 2 раза убил. Ну, там, геймруин игра. Это вообще еще было несколько дней назад вроде. Или позавчера было, или вчера. Может быть, вчера вообще было. Короче, не знаю. Окей, пока не качаем щит. Пока ждем. Хотя, бля, пришел ВД уже. Ну, если меня зафорсят щит прокачать, я как бы буду недоволен. Потому что мне реально против антимага щит качать не нравится. Против антимага мне нужен фаст мом и дохуя фарма. Бля, не знаю, куда тут отводить надо. Я вообще не шарю. Здесь я точно не успею. А где руна, лол? А, я умер, лол. Тут невидимость какая-то. Что за хуйня? Slithering. Не понял. Кто там забрал невидимость и баунти руну? Что за хрень? Я испугался, нажал ульт, я не знаю, потому что я думал, сейчас умираю. Что это было вообще? Изи фраг. Окей, это было хорошо. Алло, дебил, блядь! Да сдохни, да он! Гениальный фит. На всякий случай, парни. Лучше нажать, чем не нажать, поверьте. То, что я нажал, я ничего не потерял. Потому что ульта не вай бесполезна, его только для защиты нужен. Окей, тинкер ебашит. Изи катка. 3 победы подряд. Почти арчит. Да засолю игру. Тупо посолю. Нормально. Охуенно даже. Мы выиграли, это конец. У них нету шанса, у меня сейчас будет хекс уже. Это все, это конец. Я не знаю, как они могут выиграть. Только если я супер сильно как-то ошибусь. Или команда начнет руинить. Им финиш. Feels good, Чим.
Здорово! Арчидик! Вот мы реакция никакая. Надо выносить, хули. Найс. Ноль крипов из пяти, блять. Спасибо за пауэршот. Да егис реализовать. Где ебаная помощь, суки? Заходим. Да умри, ну бля! Окей. Арчид зарешал. Да убери свои стрелы, ебаные. Выносим, бля! Найс гриф. Вау, он двоих сразу убил. Найс, Тима. Тупо раки. Я кого-то убил каким-то образом. Ой, бля! Ой, бля, ВРК, сука, ёбаная! Ой, ВРК заруйнила! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ВРК руйнер! Ой, сука, тупая, бля, без даггера играет, так бы она задоджила каску, ну, эти баунсы. Ой, бля, сучара. Ой, бля, ебаный вич-доктор все портит, вот вич-доктор все портит. Сейчас, походу, файт будет. Что-то изи. Дратути. Ну, на, выносить. Помощь, дауны. Алло! Алло, животные! А где моя команда? Ло, где моя команда вся была? Это мусора заруинили. Почему-то команда не была рядом, я не знаю почему. Это мои мусора заруинили, я уверен. Я тут не виноват. Я ворвался, с Аегисом их не было. Никого. Блять, мои мусора заруинили. Ясно. Сосать, мразь. Поссорен! Тупо хекс. Что прокачать? Находим модификаторы. Только ради критов. У меня искать будет anyway, ладно. Сейчас байбекаться собирается, надо похуй. У меня сыр есть. У меня сыр есть, главное успей прожать. Казарма не упала, он тупо задоджил. Где Тима моя? Ёбаные раки. И казарма не упала, там... Я хуею. Два миса по казарме. Конченная дота и конченная команда долбоебов. Не могут один удар лишний сделать по казарме. Ёбаные дауны, ёбаный биомусор, блять. Почему не здесь, бля? Меня там не было. Похуй. Минус два. Просвет, блять. Где антимаг? А, неважно. Мы выиграли! Неважно, неважно, неважно. Окей, похуй, все. Победка. Да, в целом у меня команда сильнее, я думаю. Только заканчивать не умеют. От дефолт. Почему Геральт один, блядь? Почему тут это какой-то баг или что? Зритель папича пригорел. Не, ну в целом, конечно, да, у меня команда сильнее, я согласен. Мы его подгнобили. Пиджер — это хороший выбор против Бристлбека.
У Тинкера, конечно, маленький нетворк, пиздец. У Эрки вот почти как у Тинкера. Не знаю, чем он Тинкер всю игру занимался, мы его как-то гнобили или чем. Че с этими рангами, блядь? Я уже сыграл 3 игры калибровки, я все 3 выиграл. И... Геральт 1. Это самый низший ранг, и, короче, со звездочкой одной, да, то есть... Ты, наверное, какой-то баг, я хз, или чё? Геральт 1. Красиво, бля. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.